8 февраля страна отмечала День российской науки. Этот день избран не случайно. 8 апреля 1724 года указом правительствующего сената по распоряжению Петра I в России была основана Академия наук. В Колыванской средней школе номер 1 этот праздник уже стал традиционным. Россия стала первой страной, где было разработано учение о биосфере. Впервые в мире в космос запущен искусственный спутник Земли, введена в эксплуатацию первая в мире атомная станция. Не случайно именно в этой школе этот день один из главных. Здесь созданы научные общества учащихся. Сегодня уже с детства ребята знакомятся с отраслями науки, пишут доклады, проводят конференции. Для нас это традиционно. Мы открываем всегда торжественная линейка. После этого у нас проходят различные интеллектуальные мероприятия, марафоны, игры, конкурсы. Там, где дети больше узнают новой познавательной информации, сами что-то готовят, взрослые для малышей. И всегда в увлекательной форме, с большим огромным удовольствием, ребята спешат на эти мероприятия. Праздник начался с традиционной линейки. Затем ребята ждали увлекательные путешествия по стране знаний. Так пятиклассники участвовали в математической карусели. Команды разошлись по станциям. Ну, я как хорошо математику знаю. Я никогда не ошибаюсь. Вот, и меня тоже взяли девочки. Ну, мы сами решали, кто будет участвовать. Мы всегда участвуем в этих конкурсах всяких разных. Мы очень любим отвечать на всякие вопросы, которые нам задают. Нравится этот день. Старшеклассников же ждал биологический бой и исторический конкурс. В конце дня все участники были награждены грамотами, а педагоги еще раз убедились, день науки удался.